Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем подготовку к ОГЭ 2020 года и решаем задачу номер 17 по геометрии по теме окружности. Там огромное разнообразие таких задач, но мы постараемся разобрать хотя бы несколько из них. Первый раздел посвящен теме центральные и вписанные углы. Ну и заодно оно касается такой тонкой темы, как дуги. Повторим теорию. Центральный угол – это угол, вершина которого находится в центре. Центральный угол обладает таким свойством. То есть центральный угол равен дуге, на которую он опирается, в градусах. Дуга – хитрая вещь. Она может быть измерена и в градусной мере, и в единицах длины – в метрах, сантиметрах и так далее. Но здесь речь идет именно о градусах. Повторим, вписанный угол. Вписанным углом называется угол, вершина которого находится на окружности, а стороны пересекают эту окружность. У этого угла есть особенность и свойство. Этот угол равен половине своей дуги, то есть дуги, на которую он опирается. Важно также понимать и обратное, что дуга этого угла будет в два раза больше, чем сам угол. А теперь переходим к решению задач. Задача 1. Читаем условия. Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке О. Точка О и С лежат в одной полуплоскости относительно прямой АВ. Найдите угол АСВ, если угол АОВ 73 градуса. Рисунок будет в вашем тексте. Ну, а у меня он вот здесь воспроизведен, и вы видите на слайде. Итак, занесем данные на рисунок. Внимательно читайте, какие углы даны. Угол АОБ, вот этот угол, 73 градуса. А нам надо найти угол АСБ, то есть вот наш вопрос. Рассмотрим эти углы. Первый угол по определению центральный, и значит величина этого угла равна величине дуги, на которую он опирается, то есть дуге АВ, и тоже 73 градуса. Угол АСВ по определению это вписанный угол, а раз он вписанный, значит его дуга в два раза больше, чем он сам. И остается выполнить последнее очень важное действие. Делим это на 2. Получается 36,5. Кто может, выполняйте это в уме, кто не может, сделайте это действие в столбик для уверенности в своих силах. Не забудьте в бланк записать ответ. 36,5. Это ответ, каждую клеточку один знак. Переходим к задаче 2. Задача 2. Четырехугольник АБЦД вписан в окружность. Угол АБД равен 37 градусов, а угол САД равен 58 градусов. Найдите угол АБЦ и ответ дайте в градусах. Вот эта приписочка «ответ дайте в градусах» должна навести вас на мысль, что, наверное, решать будем с помощью дуг. Есть прием, который облегчит вашу подготовку. Вот для решения таких задач используем прием. Мы возьмем и выделим эти дуги цветом. Это вы видите на слайде. Итак, одним цветом мы выделяем один угол. Я здесь буду дублировать то же самое действие. Итак, угол АБД. Угол АБД. Возьмем цветной карандашик, выделим цветом эти данные. Итак, угол АБД. Рисуем этот угол, дублируем его. Такой способ помогает увидеть, что это угол вписанный, и помогает увидеть его дугу. Тем же цветом обозначим дугу. Это дуга АД. Из условия сказано, что этот угол 37 градусов, значит его дуга в два раза больше. Это будет 37 умножаем на 2, 74. 74. Подпишите это сразу на рисунок. И переходим к следующему углу. Следующий угол возьмем, ну, допустим, синим цветом. Это САД.
проводим С, А, Д. Это наш угол. Его значение, градусная мера, 58 градусов. Он также вписанный, и мы видим его дугу. Угол опирается на эту дугу, СД. Подпишем ее значение, предварительно вычислив. 58 умножаем на 2, это будет 116 градусов. И подписываем 116 градусов. А теперь вопрос задачи. И мы возьмем, ну, другим цветом каким. Фиолетовым. Надо найти угол А, Б, С. А, изображаем этот угол, Б, С. Смотрим, опирается на точки А и С, и значит, дуга, на которую он опирается, это вот она. Вот она. Таким построением мы хорошо увидим величину этой дуги. Осталось сосчитать дугу АДС. Она найдется простым сложением. Складываем и получаем 0,9190. В этот момент у вас есть шанс совершить ошибку. Закончив эти вычисления, вы стараетесь быстренько перенести ответ в бланк. Это не так. Перечитывайте вопрос задачи. Найдите угол АБС, а мы нашли только дугу. Смотрим, этот угол вписанный, поэтому он равен половине этой дуги. Делаем последнее действие. 190 делим на 2. Получается 95 градусов. И именно этот ответ мы записываем в бланк без значков градуса. Такой у нас ответ. Третья задача. Окружность с центром в точке О описана около равнобедренного треугольника А, Б, С, в котором А, Б равно Б, С, а угол А, Б, С равен 107 градусов. Изобразим это таким образом. Вот сам угол, и вынесем его значение наверх, чтобы оно не мешало нашему рисунку. Итак, найти величину угла BOC. BOC – это вот этот угол, и нам его надо найти. Как подобраться к этому углу? Либо через треугольники, либо у нас есть хороший прием с помощью дуг, и мы используем именно его. Увидим, что у нас здесь получается. Еще раз выделим угол BOC. Точки B и C – это точки, которые показывают нам нашу дугу, на которую он опирается. Значит, если мы сможем найти эту дугу, мы сможем найти этот угол. Запишем, что наш угол BOC равен дуге. Чтобы было понятно, какой, добавим сюда еще одну буковку К. Дуге BKC. Дуге BKC. Как подобраться к этой дуге? Смотрим на точки B и C. Из точки B идет прямая до А. А из точки C прямая выходит тоже до А. Эти две прямые, они образуют нам угол А. Значит, угол А является вписанным углом, который опирается на нашу дугу. Поэтому, если мы найдем угол А, то он будет равен половине нашей дуги BKC. И через это равенство мы и выйдем на наш вопрос задачи. Итак, найдем угол А. Поскольку треугольник равнобедренный, то углы при основании будут равны. И угол А равен углу С. Вычислим их. Угол А посчитаем таким образом. 180 – это сумма углов треугольника. Вычтем оттуда угол B, 107, и разделим это на 2. 180 минус 107 – это 73. 73 делим на 2, получается 36,5 градусов. Угол А найден. Теперь обращаемся к этому равенству. Раз у нас угол А
36,5 градуса, то дуга должна быть в два раза больше. Найдем эту дугу. Дуга BKC. 2 умножить на 36,5, и мы снова получаем число 73 градуса. А теперь вспоминаем наше первое рассуждение и даем ответ. Угол BOC равен 73 градуса. В ответ пишем 73. В этот момент сделаем паузу и хочу вас предупредить, ребята, об этом. Мы решили три вида задач на вписанные центральные углы. Если вы хотите получить практические навыки и самостоятельно потренироваться, решите еще задачи из варианта 14, 19, 22 под номером 17. Переходим дальше. Еще немножечко поговорим о дугах. В этих задачах на ОГЭ встречаются, ну пусть даже редко, но правила, которые в школьной программе нам не всегда удается отработать. И вот к такому свойству мы сейчас и обратимся. Итак, свойство угла между касательной и хордой. Вы на слайде сейчас видите изображение этого свойства. Есть касательная и проведена хорда. Угол между касательной и хордой обозначен буквой гамма, а дугу между хордой и касательной обозначим альфа. И свойство заключается в том, что угол равен половине дуги. Похоже на предыдущее свойство. Решим задачу для закрепления. На окружности отмечены точки А и Б так, что меньшая дуга равна 152 градуса. Прямая BC касается, и это намек на то, что будет она касательной. И в точке Б так, что угол АБС острый. Найдите угол АБС. Ответ дайте в градусах. Изображаем окружность и изображаем условия на задаче. Итак, у нас сказано, что касается в точке Б и проходит через точку А хорда. Итак, обозначаем. И у нас выходит по условию АБ это хорда, по условию BC это касательная, и по предыдущему свойству мы будем находить данный угол. Найти угол АБС. Вопрос. А дана вот эта дуга между хордой и касательной 152 градуса. По свойству угол равен половине дуги, и нам остается только 152 поделить на 2. Это можно в столбик, можно устно, кто уверен в своих силах. Итак, ответ у нас 76 градусов, а в бланк записываем только 76. Продолжаем. Есть еще одно хитрое такое следствие из теоремы о секущих. На слайде вы видите это свойство. Следствие из теоремы о секущих озвучить можно следующим образом. Схематическое изображение на рисунке. Итак, отрезок касательный, возведенный в квадрат, равен произведению внешней части секущей на секущую АС. Таких задач может немного, но обидно потерять баллы, если вы не знаете это правило. Задачу берем из сборника и решаем. Через точку А, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке К, другая прямая пересекает окружность в точках Б и С. Причем АБ 2, АК 4 и найти АС. Строим окружность. У нас из рисунка видно, что касательная и секущая выходят из одной точки. Здесь пересекают в точках Б, С, а касательная касается в точке К. Мы видим, что эти два рисунка, копия, отличаются только буковкой К. Поэтому применим это следствие. Подпишем данные. Здесь 2, а К у нас 4. И вопросом задачи у нас является АС.
сформулируем это правило для нашего рисунка. Итак, отрезок касательный АК, возведенный в квадрат, равен произведению внешней части рассекущей АБ на АС. Ну, теперь расшифровываем. Это у нас АК у нас 4, АБ у нас 2, а это обозначим Х. И получаем очень простое выражение. Так, возводим 4 в квадрат, и получается равенство. Уравнение равно 16. Решаем, получаем 8. 8 пишем в ответ. 8. Несложное правило, но если вы его запомните, это позволит вам заработать балл. И еще рассмотрим одну задачку. Я их назвала задачка секретом. На самом деле это небольшой секрет, но многие из вас забывают о том, что у нас есть на экзамене справочные материалы. И есть задачи, которые решаются просто путем нахождения необходимой формулы. Приведена задачка номер 6 из сборника. Сторона равностороннего треугольника равна 14 корней из 3. Найдите радиус окружности, описанный около этого треугольника. Мало кто помнит эту формулу, но ее можно найти в справочном материале. Фрагмент справочного материала у вас на слайде. У вас на выбор предлагаются два таких пункта. Радиус R малой окружности, вписанный в правильный треугольник со стороной А, равен корень из 3, деленный на 6А. И радиус R большой окружности, описанный около правильного треугольника со стороной А, и равен он корень из 3 на 3 умножить на А. Что вам остается соединить в своем сознании? Что равносторонний треугольник, он правильный, и выбрать правильно описанный или вписанный. Посмотрев на задание, мы получаем следующее. Выбираем формулу радиус описанной окружности равен корень из 3 на 3 и умножается А. В условии прямо написано, что это сторона, и она нам известна. Поэтому осталось только подставить данные и посчитать. 14 на корень из 3. Произведем умножение. Надеюсь, мы помним, что произведение корней будут давать нам значение 3. И после этого получаем ответ 14. Ответ 14. Это записываем в бланк. Задание несложное, но если мы потеряем этот балл, будет очень обидно. На этом наше задание закончено. Желаю успехов на экзамене.